Hello dear Suron community. Today Suron Shop team organized an open test drive for our latest invention, which is called Reinforced Extended Swing Arm. Riders from our local community are having fun right behind me. This modification gives 50 mm wheelbase extension, and our engineers did their best to make it less heavy than the original part. However, this is just the prototype and it turned out to be 800 grams heavier when we measured it. Alright, for now, enough talking. Let's start the test drive. Yeah, we run that. Drop roar on the track for the comeback in it like. Yeah, I'm on that. Hot wax on the floor, catch a contact, get 'em like. Blow. Yeah, we run that. Drop roar on the track for the comeback in it like. Blow. Yeah, I'm on that. Hot wax on the floor, catch a contact, get 'em like. If we take a closer look, our custom swing arm is made out of 7075 aluminum series and has two internal reinforcement plates for stability. It is a modular part covered in black by powder coat paint technology. Extended swing arm gives you extended lever effect, which requires a stiffer spring to support rear shock performance. Today we will test this bike performance and ask riders to share their opinion about the overall handling with extended swing arm. We will point out the main benefits and possibly drawbacks this upgrade brings. Федор первым осмелился затестить наш байк с удлиненным маятником, а заодно он покатался сразу на байке с обычным маятником тоже, с увеличенной мощностью, и сейчас поделится с вами своими эмоциями. Все очень просто, на Суронах первый раз в жизни. На коротком маятнике я пару раз уже приложился, на длинном маятнике не приложился ни разу, поэтому на длинном маятнике я ездил быстрее. Мой рост 186, вес 105. Чистыми. В принципе, более длинная база для моего роста стопудово лучше подходит, потому что я могу ехать быстрее, я могу маневрировать гораздо более адекватно на больших скоростях. Естественно, поворачиваемость типа на нулевых ходах не в пользу длинной базы, но как бы это, с этим ничего не поделать. Но на большой скорости он более устойчивый, правильно? Да, да, да. То есть меня не выкидывало на кочках, я просто ехал, как ехал на маленьком заднем треугольнике, на маленьком заднем маятнике. Это было сложно, меня подбрасывало, и там я едва ли не козлил просто, при том, что я ехал медленнее значительно, чем вот на вот таком варианте, да. Все, в принципе. Понял, круто. Спасибо за отзыв. You're welcome. Вторым прокатился Макс, он попробовал попрыгать достаточно жестко на байке. Какие твои впечатления? Ну, на своем прыгал, скажу, во-первых, тут ну, движок помощнее, чем у меня. Я вот сколько, тут трамплин 18 метров. Вот, я где-то его на своем не долетел, я прыгнул метров на 10. На этом я сейчас прыгнул его метров, наверное, на 15. Прям и маятник в полете, он стабильный. Я прям вылетел, и прям полет стабильный за счет того, что база длиннее. Вот. Собственно, центр тяжести, так, ну, как я понял, так и остался на середине, как и был. Вот. Но вот под мой рост, на самом деле, удобнее. Хоть и вот мне руль был неудобный вообще. Он маленький для меня слишком, чем у меня другой. И, собственно, как мощность другая, непривычная вообще. То есть я сейчас вылетел, честно говоря, я... И от мощности, и от зацепа, и от того, я думал, все, короче, в полете все. А он стабильно прям полетел за счет того, что база длинная. Вот. Ну, короче, огонь. И вот то, что поменьше попрыгал. Ну там вообще как бы, как на дохабайке. Четко, спасибо за отзыв. Не, зашибись, тема прям. Alright, the test drive is finished. We will take into account community's feedback and improve our swing arm before final release. If you have any suggestions for us, please share them in comments section below. To summarize, custom swing arm does give you great stability effect on speed runs and works awesome for riders above 180 cm height. However, low speed maneuverability is slightly worse on this bike. All in all, we absolutely satisfied our local riders with this modification and will shorten lower reinforcement plate of the swing arm to possibly fit a wider tire. Thank you for watching this video. Do not hesitate to contact us with any questions.
покажу, как надо, пацаны. Я вилку твою пробил. Долетел я далеко. Да, хорошо, пошел. Я на самом не долетел, у твоего прям еду, он Все, иду на таран. А ты что снимаешь? Да!